Подчеркну, мы не намерены что-либо у кого-либо отнимать. Мы самодостаточная страна. Крым – это часть украинского государства. И мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны. У нас одна из проблем, которая возникла за последние годы в стране, недоверие к деятельности руководства. Это доверие может быть восстановлено только если то, что мы говорим и обещаем, будет исполняться. В экономике, в финансах, в политической сфере, везде. Если сказал, должно быть сделано.